Уже целый месяц участницы конкурса «Мисс Тут-Городок» постигают азы актерского мастерства, хореографии и вокала. В этом году появился новый этап – экстрим-караоке. Он прошел в одном из клубов нашего города. Оргкомитет приготовил для них различные испытания и будут всевозможно мешать им петь, мешать им сосредоточиться на песне, отвлекать. А им нужно будет, несмотря ни на что, с гордо поднятой головой проявить свою харизму и удивить жюри. Испытание включает в себя несколько уровней. Первый – распевка, где нужно продемонстрировать свои вокальные способности. Следующий – конкурс импровизации. К этому этапу девушки готовились заранее. Они должны были спеть выбранную песню, но организаторы изменили условия. Теперь песню нужно исполнить в стиле рэп. Не верну тебя, бывший владелец. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтой моей грустальною. Заключительный этап – экстрим-караоке. Петь, несмотря ни на что. Организаторы конкурса всячески мешали участницам, щекотали, кричали и лопали воздушные шары. Для того, чтобы не сбиться, девушки должны были проявить находчивость и чувство юмора. Эти качества оказались главными помощниками для прохождения испытания. Финал конкурса «Мисс Тут-Городок» пройдет 28 марта в актовом зале «Юргу».